Отбивочка уже была, девушки в студии. Ну вот напротив меня сидит замечательная девушка, зовут ее Айгуль Файзулина. Ничего ведь не буду, правильно, Айгуль? Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Айгуль у нас специалист по рекламе в КРК «Пирамида». Как это так, специалист по рекламе? Объясните нам. Специалист по рекламе? Я занимаюсь рекламой, рекламирую КРК «Пирамида». Разрекламируйте нам это заведение. Да, до этого мы тоже доберемся еще. Да, я знаю, что... Сейчас, нет, я просто знаю, что и Тутанхамон построил. В нашем случае кто это делал? Ребят, я на самом деле хочу сначала поздравить вас с днем рождения, Лера, Кеша, всех ваших коллег и, конечно же, слушателей, чтобы вы их всегда радовали. В общем, успехов вам. Спасибо, спасибо. Ну, а теперь давайте уже конкретно, да? Да. Что мы тут делаем? Собрались в студии. Кеша Казадов, я Лерика и замечательная девушка. Во-первых, очень красивая. Вы можете увидеть на портале bimru.ru. Сейчас у нас идет прямая трансляция, да? Вот у нас вот эта камера, вот они тут переключаются, Айгуль. Да, и да, нас показывают. Самое главное, что показывали Айгуль, а не нас. Опухшие лица, да. А то мы день рождения, да, Айгуль, уже второй день отмечаем. Конечно. И нам исполнилось 18 лет. Айгуль, вы знаете, сегодня 18 ноября, и сегодня официальный день рождения Бимрадио. Конечно, вчера мы раздали уйму подарков. Ведро целое. Да? Да, я прям сам выносил. А мне кажется, целую ванну или здоровый-здоровый таз, потому что подарков было очень много. Это были в том числе и потрясающие призы от КРК «Пирамида». Угу. То есть не один наш слушатель выиграл подарки и пойдет... Ужин там был, фитнес был, еще что-то там. Там что-то огромное количество подарков. Ну, то есть, огромное количество призов. Сегодня мы тоже принимаем поздравления. И вот теперь, конечно, от вас, да. Да, ну уже Айгуль нас поздравила, и я вот хочу узнать. Я еще раз вас поздравляю, ребят. Вот какая-то жадная. Ну, Айгуль, еще можете несколько слов сказать. Мы любим комплименты, особенно Лера. С вами, ребят, очень приятно общаться. Вы заряжаете просто позитивом. Спасибо. И я думаю, что для слушателей Абим Радио, это такое радио, у которых огромная аудитория. Чего ж тут греха таить? Большая, да? Большая аудитория, самая большая, да. Я хочу, кстати, поблагодарить вас за сотрудничество. Мы вас тоже, поверьте мне. Мы тоже очень рады вам за все. Вам, нашему партнеру, и очень приятно. Кстати, скажем, что вы не случайно здесь сегодня. Дело в том, что Айгуль поможет нам выбрать еще одного победителя. Того, кто получит просто суперприз. Да. Это пригласительные на двоих практически на все концерты КРК «Пирамида» до конца этого года. Они достанутся нашему слушателю. Ну, а теперь давайте немножко на правах рекламы дадим информацию. Давайте, конечно. Сейчас, я можно тогда к Айгуль вопрос задам? Конечно. Вот из близ лежащих людей, которые приедут в КРК «Пирамиды», я знаю, это должно быть шоу «Абба», правда? Нет, 21 числа будет «Океанель». Да, кстати, я уже купила билет на этот концерт, и я увижусь там с нашим слушателем, который сегодня будет. Увидимся там, ребята, это будет действительно очень здорово. Давайте сейчас поговорим о всех этих концертах. Да, может, о концертах тогда сначала? Что это будет за концерты? Так, концерты какие? В этом году. Приедут, значит, «Океанельзы». А, уже хочу. Пельмени. Блин. Стоит посетить, я думаю, Шатунов Юрий наш. Да, это тоже наше чудо-юдо. А когда, в какие даты? Давайте тоже говорить. Кто-то же сейчас интересуется. То есть еще до конца не определены некоторые даты? Нет, определены. Я вот знаю, что Валерия приедет. Те билеты, да, 16 декабря Валерия, те билеты, которые вы будете сегодня разыгрывать. То есть я определяю победителя, там все даты, все указано. Повезло же кому-то, вот честное слово. Прям завидую. Александр Ломинский, это певец шансон. Он, по-моему, приедет 1 декабря. Угу. Александр Юрпалов и Афина. Вот это Абба, да. 25-го. Вот, Абба же все-таки ожидается. Но я же говорю. Смотрите, Абба 25 ноября, в 27 ноября дуэт имени Чехова будет? Да. Ох, тоже хорошо бы сходить. Да. Юрий Шатунов, для тех, кто, видимо, постарше и все еще любит и помнит его песни, приезжает 30 ноября. Видите, вы даже лучше, чем я, знаете. Да, я подготовилась. 1 декабря будет Александр Ломинский. Это любимый певец Леры. Она спит и просыпается вместе с Ломинским. Не в смысле в прямом, а в смысле под его песней. Валерия, да, 16 декабря. Все правильно. Юрпалов и Афина. 2 декабря и уральские пельмени, которых мы же на все хочу, Кеша, на все хочу. Пока точно иду на «Океанельзы» и приглашаю присоединиться в КРК «Пирамида» уже в эту среду, по-моему, да? В эту среду, 19:00 начало. Да, мы вас ждем. Ну, а что вот на будущий год уже планируется, что касается концертного зала? Кого мы увидим? Я, безусловно, уверена в том, что это будут суперзвезды и суперконцерты. Конечно. Я думаю, что в ближайшем времени в нашей группе официальной ВКонтакте КРК «Пирамида» вы сможете увидеть предстоящие концерты, которые будут новым в 2013 году. Я знаю только, что будет...
Ночь пожирателей рекламы у нас. Да, даешь, это крутое событие, да, действительно. Так кто, что... кто не присутствовал, грызите себе ногти, и пальцы. И обязательно сходите в предстоящем году. Да, это стоит того. А я думаю, что нужно еще просто сказать, что 5700-700 это телефон, это наш по которому телефон, всегда да. можно узнать, конечно. О том, какие концерты есть, на что можно сходить. И потом, у вас же есть еще и другие, так скажем, полезные, приятные развлечения для жителей города. Расскажи, что там есть помимо общего туалета, знаете, в КРК Крым? Нам очень интересно послушать. Я, конечно, там был неоднократно, я даже работал у вас на сцене, очень потрясающе, очень удобный концерт. Комфортный. Это действительно огромный развлекательный комплекс. И, наверное, концепция КРК «Пирамид» заключается в том, что вы можете получить все, что нужно для отдыха, для здоровья души, для делового и дружеского общения, не выходя за пределы этого комплекса. У нас есть такие центры, как фитнес, ресторан, кафе, боулинг, кондитерский цех, да. центр здоровья и красоты, и, конечно же, у нас многофункциональный концертный зал, где просто вы приходите и заряжаетесь эмоциями. Айгуль, вопрос, а бассейн есть в пирамиде? Ой, бассейна пока нет. Но мне кажется, что все будет. Я думаю, что у нас есть. Хотя бы надувной поставьте для меня. Для Кеши, это персонально для него. Ну, что касается... А вам здесь не ставят разве бассейн? Нет. Вот у нас, видите, нам вставляют обычно по первое число. Периодически тут появляется бассейн, Кеша Зан, да? Да, да. Уточек Лена унесла уже, моих любимых, там, прякающих, вот. Ну, куда же деваться. Ну, вас что, вы расширяться как-то собираетесь или пока вот все в Да, мы планируем в новом 2013 году открытие нового диско-клуба. Ух ты! Ну, наконец-то. Да, подробно я сейчас не расскажу, вы об этом... Пусть будет интрига. Хочется узнать об этом на волнах любимого радио, и я думаю, так как мы уже давно и долго сотрудничаем, все это и получится. Думаю, что да. Мы с моим слушателем обязательно сообщим о том, когда откроется диско-клуб. И, наверное, о суперпрограммах, которые представлены в Центре здоровья и красоты. Вчера одна из наших слушательниц, а может быть даже и не одна, получила возможность просто попасть в рамках города, в островок города? Счастья, да. Но не уезжая из Казани, оказаться практически в райском уголочке. Центр здоровья и красоты, да, вы можете получить... Это живой уголок пирамиды. Это действительно, кстати, там есть спа-процедуры, Кеша. Вы можете вместо бассейна прийти к нам на спа-процедуры. А кто делает эти спа-процедуры? Айгуль, вы там будете, хочет Кеша спросить. Просто очень красивая девушка. Я напомню, что сегодня в студии Бим-радио находится специалист по рекламе КРК «Пирамида» Айгуль Файзульна, которая прямо сейчас, я думаю, уже поможет нам... Момент истины. Еще одного победителя в рамках дня рождения Бим-радио. Скажите, то есть помогите нам. Я помогу вам, конечно. Кому достанется приз? Два билета практически на все концерты КРК «Пирамида» до конца этого года. Доставайте. Моя белая сладость. Крутите барабан. Около тысячи человек отправили заявки через портал bim.ru. Так. Так, и как сейчас? Там есть специальная... Айгуль, тормозите, там окошечко есть. Вот оно. Вижу. Доставайте. Так. Суйте руку глубже. Мы будем звонить человеку и скажем ему, что... Спросим, ага, с днем рождения, вытащила. Так, закрывайте дырочку. Кстати, говорите, кто это? Итак, победителем становится... Так, я, извините, конечно, я сейчас правильно прочитаю. Да. Нет, Досова Ольга. Покажите на камеру, вот, чтобы мы это сфотографировали. Вот, сфотографируйте обязательно. И давайте скорее мне... Повезло же Досовой Ольге, едите Мадрид. Да, ну, что на такие сказать? Концерты. На какие, да прямо я уже не знаю. Вот, держите. Я вот номер телефона Ольги. Надо узнать, Досова Ольга замужем. Девушки, жалко, не что... знаю, 27 лет ей, наверное, у нее да, уже есть в такие семья, моменты я уже начинаю жалеть, что я женат. А вот, шучу, конечно. Смотри, да, тебе сейчас нужно сейчас... Мне еще домой ехать, да. Вдруг не пустят. Вот, надо же как бы заранее все, почву изъедать. Ты уже узнал, что если что, нужно в КРК «Пирамида» ехать. Сначала фитнес-центр, центр здоровья и красоты. Понимаешь, тут-то за свой счет уже придется, а тут-то бесплатно все, в этом-то вся разница. Алло. Господи, Оля слушает. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Ольга, вы замужем? Нет. То есть есть все-таки шанс. Спасибо, Ольга. Возьмите Кешу с собой, Ольга. Не-не, я знаю Ксюшу Кешу, это не нужно. Оля, мы вас поздравляем. Вы большая счастливица. Вам достался последний подарок, который мы разыгрываем в честь дня рождения Бима. И это два билета практически на все концерты Пирамида до конца этого года. Вы слышали, да? Вы на Валерии идете, на Киана Эльзе, на дуэт имени Чехова, на уральских пельменей. Все это для вас и это для двоих. Вы кого возьмете с собой, скажите нам? Своего любимого брата. Так, и как его зовут? А
Алексей. Алекс, вот Лехе фартанул. Да что ж я не родственник Калуги, а? Да что ж такое-то, ей-богу, я прям честное слово. Аффилированное лицо никак бы ты не мог... А кто бы сказал, я бороду приклеил, сказал, я Махмуд Аракаев. А Махмуду можно все, 18 лет тем более, понимаешь? И все нормально было. Оль, поздравляйте нас с днем рождения, и вам нужно поблагодарить Айгу. Ее счастливой рукой был доставлен... Взят. Взят. Отобран. Листочек с вашей фамилией и именем. А я хочу сказать большое спасибо Айгуль, то, что она вытянула вот этот листочек. И, пожалуйста, пожалуйста. И хочу пожелать вам всего самого хорошего, процветания, чтобы вы нас радовали своими красивыми голосами. Ура! Спасибо. Вот она, неподдельная радость настоящая. Мы вам обязательно расскажем, как вы сможете забрать свои билеты. И вы знаете, Айгуль, мы постоянно говорим нашим слушателям, что наш праздник – это и ваш праздник. Я хочу сказать, что это и ваш праздник, как нашего партнера, который отмечал вместе с нами в этом году день рождения. Я имею в виду и сеть автозаправочных станций Таиф НК, и культурно-развлекательный комплекс КРК «Пирамида». Мы вам желаем процветания. Спасибо большое. Больше денег. Да, нашим слушателям почаще бывать у вас, потому что мы знаем, что у вас здорово, и сами к вам с удовольствием ходим. И хотим с вами вместе еще не один день рождения Вивирадио встретить. Ой, ребят, большое спасибо так вам. Так будет ведь, да, скажите? Я думаю, что 100% так и будет. Спасибо. В эфире Вивирадио была Айгуль Файзулина, ведущий специалист по рекламе КРК «Пирамида», которая помогла нам разыграть последний, даже не 8...